громадське в Мелітополі. Як ми обіцяли, ми сьогодні маємо виїзну студію. Ну, вона така скромна, ну, але це громадське. І ми будемо говорити сьогодні з місцевими активістами про те, чим живе місто, яке, як ми говорили, воно опинилося в дуже цікавій ситуації, як уся Запорізька область, Дніпропетровська, тому що особливість в чому, що знизу тут під Запорізькою областю є Крим, а якщо дивитися на карту, то ліворуч від Мелітополя, то там зона АТО і є вже звільнені міста, але ми знаємо, що там тривають бої досі. І як вдалося Мелітополю уникнути того, що переживав Маріуполь, ну скажімо так, і ми намагаємося сьогодні з'ясувати, мені допомагатиме в цій студії, точніше мій партнер по веденню Олексій Мацука, тому що ми далі пересуватимемося в Маріуполь і, власне, ближче до звільнених міст, а можливо і звільнять Донецьк, то ми туди теж маємо заїхати. І з цього, власне, починаємо. Олексій сказав, що він має зробити якусь довідку, що таке Мелітополь. Для мене особисто це місто зламаної ключиці в дитинстві, але Олексій більше знає. Отже, щодо Мелітополя, то останні новини звідси, я скажу глядачам, щоб зрозуміли характеристику цього населеного пункту. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Запорожской области и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителю Мелитополя, подозреваемому в создании террористической организации. Это одна новость была. Потом еще одну новость из последнего. 14 апреля в городе Мелитополь сотрудники контрразведки СБУ Украины задержали гражданина Украины К, который направлялся в город Луганск для выполнения диверсионного задания российской военной разведки. Вот такие новости. Наиболее резонансные из Мелитополя приходили на загальнонациональный уровень. На самом деле город Мелитополь – город областного значения в Запорожской области. Население города почти 150 тысяч человек, чуть больше. И здесь есть собственные средства массовой информации, собственно, большая история. Можно больше прочитать это все в Википедии, я думаю, но сегодня... Ну, телекомпания, где мы перебываем, MTV+, она отзначила 20-летие, как мне сказали працівники цієї. Да, но что, пока мы готовились к эфиру, я обратил внимание, что исключительно русскоговорящий это город, и люди, которые пришли сюда в студию, мы обсуждали, как быть дальше с зоной АТО, где сейчас происходит. И та тенденция, и та гипотеза, о которой мы говорили, что русскоговорящее население Украины все дальше и дальше от русского мира и ценности русского мира. Это факт. И сейчас ну, мы об этом поговорим. Ну, проверим это на самом деле. Ну, будем вести этот эфир сегодня в студию на русском языке для удобства всех присутствующих. Собственно, для нас это всегда не проблема. И давайте сначала, как мы договаривались, просто по очереди вы представляетесь. И первый же вопрос, на который вы коротко отвечаете, это констатация фактически факта, чем живет сегодня город. Вот. Одним предложением у вас как раз по порядку, до вас пока дойдет, то вы можете уже придумать красивую фразу. Но начнем мы с вас. Шанин Геннадий Иванович. Держите. Спасибо. Шанин Геннадий Иванович, депутат Запорожского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам социальной политики и труда. Мелитополь живет в своем рабочем трудовом ритме. Радуемся успехам, которые получаем, и переживаем за то, что происходит у нас в государстве. Переживали и переживаем за то, что происходило в Крыму. Сейчас то, что происходит в Донецкой и Луганской области. Все население города Мелитополя, которое, как вы сказали, говорит на русском языке, но прекрасно понимает украинский язык. И мы любим Украину, являемся жителями Украины. Оказывали помощь нашим вооруженным силам, Национальной гвардии, которые защищают сейчас интересы Украины в Луганской и в Запорожской области. Надеемся, что далее в Луганской и Запорожской области события военные не разовьются. И мы как были мирным городом, как жили в мире и согласии в Мелитополе, а город Мелитополь это многонациональный город, у нас в мире и согласии проживает более 100 национальностей, так дальше и будем жить. Добрый день. А українською нас теж говорять вже в ефірі? Може, ні, ми тут так з'ясовувалися, що більшість історії. Можна і українською. Можна і українською. Ярослав Бопенко, викладач історії Мелітопольський державний педагогічний університет. Одним реченням, чим живе Мелітополь, я про свою галузь скажу вже. Добре, я про місце місто говорити не буду. Вона зараз приймає дітей на навчання. Все. Тобто студенти, всі університети живуть і приймають дітей на навчання. Тобто працюють комісії і приймають максимум документів, особливо з регіонів, які підтверджені зараз, там, де відбувається АТО. В першу чергу обслуговують цих дітей.
Ну, якщо сказати про те, чи живе освітня галузь. Ну і відповідно заклади освіти – це ремонти, поточні, як завгодно. Ну, в основному, якщо говорити про освіту, це пройти, гарно пройти, вдало пройти професійно цю вступну кампанію в першу чергу для дітей, які ну, фактично втікають з цієї зони, якщо одним реченням. Гена Тарас Сергійович, депутат городського совєта Мелітополя, фракція КПУ, Коммунистическая партия Украины, да. Значит, город живет и работает на данном этапе, несмотря на всю серьезность ситуации, которая происходит у нас в стране, в Украине. Значит, ну вот, буквально в этом месяце начался, или даже в позапрошлом месяце, начался ремонт дорог. Люди работают, предприятия пока работают, но, конечно, ситуация в Украине развивается так, что, возможно, некоторые предприятия в нашем городе, в Мелитополе, начинают терять рабочие места. Это, конечно, плохо, но я думаю, Мелитополь у нас город сплоченный. Вместе, сообща, мы можем решать любые проблемы, которые заходят в город Мелитополь. Как они заходят, так они и выходят. Тем часом уряд звільнено. Самбур Марина, директор телекомпании МТВ+. Мы освещаем объективно, что происходит в нашем регионе, и каждый вечер знакомим наших зрителей все-таки, что изменилось в Мелитополе. Очень приятно то, что мы отражаем людей, которые помогают военнослужащим, очень много отсылается посылок, очень много неравнодушных людей, потому что никто не остался в стороне. Вот это очень приятно. И что в городе поддерживается стабильность, это тоже благодаря руководству города, я считаю, и патриотизм в городе присутствует. Вот для меня это очень важно. Ну, черешня созрела, черешню, да, мы уже продали, и абрикос уже продали, и детей на море вывезли, и дай бог, как говорится, на сегодняшний день не хуже. Алексей Петров, военнослужащий украинской армии. Город живет новостями. Город с новостями засыпает, а с новостями просыпается. Ленту новостей читают от корки до корки. То есть что там в Славянске, Краматорске, сбитые наши самолеты, погибшие наши ребята. Я по городу хожу всегда в форме, мне стесняться и бояться нечего. Единственный вопрос, который мне задают, от мала до велика, скажи, к нам это не придет? Вот скажи, пожалуйста, что к нам точно это не придет. Ну, я представитель общественной организации «Народная инициатива», Глебов Андрей. Наша организация существует как бы взагалі вне партий. Мы сами по себе выполняем, скажем так, пожелания жителей города, отвечаем на их просьбы, чем можем, тем поможем, и при этом занимаем активную патриотическую позицию, то есть и помогаем армии, и помогаем людям, и помогаем переселенцам, то есть всем, чем можем. Но я бы немножечко убрал позитива, потому что, вот правильно сказал старшина, сейчас формируется в городе батальон народного ополчения. Вот я к вам сюда приехал, именно собрание командиров подразделений, командиров взводов этого народного ополчения. По распоряжению губернатора области готовится создать такое ополчение, вооруженное, которое на случай, если к нам это придет, чтобы народная самооборона могла встать на защиту города. Ну, Виталий Лиходед, меня, в принципе, знает город как автора-исполнителя, как активного участника автомайданов и всех, значит, акций по случаю Майдана. А вот, город живет тем, что завтра у нас будет проведены ребята в последний путь, 9 человек экипажа Ил-76. Вот, да, мы занимаемся какой-то благотворительностью, занимаюсь я как автор-исполнитель, выезжая с концертами до ребят, где они служат, не буду говорить, где именно. Вот. Сам я машинист локомотивного депо, сейчас на пенсии. Коснется проблему железнодорожного транспорта, я хочу потом дальше рассказать. Особенно нашего депо. Василий Ефименко, городской глава Мелитополя 4-го созыва. Мелитополь сейчас, казалось бы, с одной стороны, живет обычной мирной жизнью, но в то же время дыхание войны слышно. На улицах города, как сказал уже Глебов, создается народное ополчение. У нас было очень хорошее
и сейчас существует сплоченная самооборона. Мы в городе сразу собрались, активисты, после того, когда начались все эти события в Крыму, и приняли решение, что если не мы, никто нашему городу не поможет. И благодаря этому и многим присутствующим здесь ситуацию в городе удалось удержать, стабилизировать и превратить в то, что город стал, я думаю, один из самых патриотичных городов. После Днепропетровска. Ну, Днепропетровск больше. Не стыдно сравниться. Я скажу то, что как помогает Мелитополь вооруженным силам сейчас, и как мы начали помогать вот еще в самом начале марта, когда десантники 79-й Николаевской бригады оказались на Чингаре, мы 3 марта первый раз были там, то есть работаем, помогаем всем, чем можем. Мы понимаем, что это наша родина, это наша жизнь, и никто, кроме нас, не поможет нашей армии, и никто, кроме армии, не поможет нам. Леш, є пропозиція там далі продовжувати. Ти ставиш одне питання, там, або вибірково, або до всіх, а потім я. Тому що в мене так от в голові не копичується, я вже хотів би поставити одне, друге, третє, четверте, п'яте, але тепер твоя черга, так що ти давай. У меня вопрос, коллеги, к вам такого плана. Последний социологический опрос, опубликованный сегодня, свидетельствует, что Донецкая область разочаровалась в Путине и больше радикализируется как с точки зрения политического протеста. Вот что касается разочарования в Путине, какое отношение местных жителей к этому персонажу глобальной политики? Как его воспринимают? И, по, может быть, по какой-то шкале собственной оцените его? Да, может, спевают ла-ла-ла-ла, я не знаю, в кременчуці принаймні спевают. Дякую. Ну, от ви сказали про соцоплу дані, хвилину мені дали ви фактично. 2012 рік, громадяни України, то есть самоідентифікація, це по місту Мелітополя, виборка 2500 чоловік. Це 34% себе ідентифікували як громадяни України. Після подій Крим, скажімо так, Східна Україна, виборка травня 2014 року. 87,2%. Це громадяни України. Тобто ті, хто патріотизм, і ті, хто говорить про те, що це наша країна, моя земля і так далі. І дуже цікава тенденція, що тут навіть проявляється громадянин України, а не малої батьківщини Мелітополя. Оце цікава тенденція. Оці події. Я думаю, я в хвилину вклався. Так, да, дякую. Вклався, просто далі, хто будь ласка, говорити, давай. Діло в тому, що... Дело в том, что еще, наверное, год назад никому в голову не могло прийти, что вот будет такая ситуация. В одной из соцсетей, когда я привел песню «Ла-ла-ла», мои российские коллеги, скажем, знакомые, возмутились. Дескать, как, почему ты так относишься к нашему президенту, все-таки он президент. Я ответил просто. Когда вытирают ноги об мою родину, почему должен к этому человеку относиться с уважением? Вот как бы все. Я хотел бы от себя добавить. Дело в том, что не совсем корректный вопрос, ваше отношение к Путину. Мое личное отношение к Путину резко отрицательное, но это мое личное отношение. Я считаю, что он очень плохой президент России, это крайне негативный политик для всего мира и для всей Западной Европы. Это мое личное мнение. На примере, у меня сестра живет в Симферополе, Путину руки целовала, когда он приезжал в Севастополь, потому что там племянник живет в Севастополе. То сейчас она мне звонит, ну, позвонила моей сестре и сказала, что она уже очень скучает за всем чем-то украинским. Не хватает очень украинского в Симферополе. Это одна сторона. А вторая сторона у нас просто, честно говоря, в машинах исчезли триколоры. Вот раньше, да, ездили по всему городу триколоры, по-моему. Сейчас просто их нет, этих ленточек и так далее. Значит, это о чем-то говорит. Ну, я скажу, что за последние 2-3 месяца буквально произошел коренной перелом у жителей Мелитополя. Просто это мои личные наблюдения. Не скажу, что все люди отказались от того, что это великий человек, это великий политик. Но большинство моих знакомых, большинство окружающих его уже перестали называть Путиным и называют больше его девичьей фамилией. Но Мелитополь вообще это машиностроительный город. События, которые произошли по развалу Советского Союза, конечно, отразились и в машиностроительной отрасли. Но многие предприятия нацелены на Россию. Плюс сельское хозяйство, ближайшие районы, они реализовывали свою продукцию в России. И для нас то, что происходит сейчас в виде войны с Россией, надо не скрывать, что война идет, перестали предприниматели выезжать и реализовывать свою продукцию. Поэтому появилась проблема с рабочими местами, плюс обеспечение своих семей. И народ очень переживает то, что происходит между Украиной и Россией. И как о Путине специально кто-то говорит, никто не говорит.
Но, тем не менее, в городе Мелитополь есть люди, которым нравится Путин. Но это, я скажу, единицы. Больше люди переживают, потому что вот у нас правительство России, как мы считаем, ссорит с российским народом. Да, вот правильно Геннадий Иванович сказал, что у нас в Мелитополе очень много завязано предприятий на Россию. Те же самые наши мелитопольские предприниматели, которые занимаются тракторным железом, и заводы многие. Вот. Но я хотел бы не делать тут, скажем так, не высказываться о руководителях других стран, так плохо или хорошо. Я бы хотел поговорить о своих руководителях. Я живу в Украине, да? Я украинец. Я хочу поговорить о своих руководителях, о том же самом Турчинове, о том же самом Яценюке, о том же самом Порошенко, о том же самом Януковиче. Вы же посмотрите, что происходит у нас в Украине. Олигархи одни сменяют олигархов других. А народ, простой народ, население, которое, интересы которых как раз и отстаивает коммунистическая партия, становится все беднее и беднее, нищает и нищает. Заводы останавливаются, люди выходят на улицу, зарплату не получают. Вы же понимаете, вот где проблема зарыта. И более того, я вам хочу сказать, что коммунистическая партия еще в 2013 году, в августе месяце, когда вот это все начиналось, когда начинался Майдан, говорила: ребята, давайте проведем референдум. Вы хотите в Европейский Союз или в ассоциацию, в Евросоюз или в таможенный союз, да, экономический. Никто ж не пошел. Все же хотят сами принимать решения. В Конституции четко прописано референдум по экономическому направлению. Да? Дайте народу волю. В смысле, дайте народу высказать свое мнение. Народ бы высказал свое мнение. Кто больше проголосовал, сколько, за что больше проголосовало, туда бы и пошли. И не было бы ни Майданов, не было бы этих смертей, не было бы следующего продолжения ситуации на Украине. Вот о чем надо говорить. А не там Путин там плохой или хороший, или Меркель хорошая. Спасибо. А почему мы за Обаму не говорим? Минута. Тоже вопрос. Вот закончили, да, мне теперь к вам вопрос. Ну, хорошо, что на вас закончилось, потому что вопрос к вам. Смотрите. Вы говорите про экономику, но в Конституции не предусмотрен экономический выбор, референдум, на самом деле. Вопрос вам, как представителю коммунистической партии. Почему получилось так, что на Донбассе, вот Алексей не даст соврать, Мацука, случилось так, что коммунисты стали форпостом и движущей силой для сепаратистов, которые говорят о какой-то Новороссии. Они способствуют сепаратистам, они подогревают ситуацию не первый год. Алексей насчитал, это уже десяток лет это происходит. Как вы это можете объяснить? Что коммунистическая партия возглавила движение сепаратистов. Собственно, из-за чего у нее сегодня проблемы? Ну, во-первых, я привык всегда отвечать за свои действия и за действия политической партии Мелитополя. Да, партия, которая Мелитополя. Поэтому в Донецке, что происходит в Донецке, вы перебиваете меня и не даете сказать. Я вам хочу ответить на эти вещи. Вот почему вы задаете вопросы. То, что в Донецке происходит, отвечают руководители Донецкой организации. Я закончу. У нас была ситуация в Мелитополе. Вот давайте, мы в Мелитополе живем, вы к нам в гости приехали в Мелитополь. И почему сейчас все тихо, хорошо? Да? А буквально в марте, если вспомнить, пошли слухи, к нам едет правый сектор. И памятники Ленина будут сейчас рушить. И народ встал. Это движение послужило заявление наших как раз свободы руководителей, удара и батьковщины, что если в течение недели городские власти не уберут памятник Ленину с тех мест, у нас три памятника Ленина в Мелитополе, то через неделю мы его сами снесем. Зачем делать такие заявления, когда напряжена ситуация? Не нужно их делать. И мы об этом им объясняли, говорили. Потом пришли к выводу все, что необходимо, да, убрать, скажем так, или заставить тех, кто подымал российские флаги. Компартия российских флагов не подымала. Компартия подымала свое красное знамя серпом и молотом. А можно без флага? Да, да. И потом разумными методами удалось ситуацию в Мелитополе успокоить. И на данном этапе сейчас ситуация более-менее спокойная в Мелитополе. А за Донецк, за Луганск, ну не могу я говорить за людей, которые
Возможно, у них там другая ситуация была. Возможно, такая. Я привык отвечать за себя, еще раз повторюсь. Вы знаете, вы вопрос интересный затронули, да? И сегодня, наверное, все эти партии нас не очень тревожат. Нас тревожит больше то, что происходит в Донецке и Луганске. И мы сопереживаем, потому что завтра действительно у нас большая такая траурная дата. Это завтра мы хороним экипаж Ил-76. Ребята, которые погибли, плюс кто был на борту. И когда, вот он рассказывает, Тарас, что там правый сектор, левый сектор, я не знаю. Я знаю, что Василий Васильевич в начале марта обратился ко мне о том, что у наших воинов, которые находятся на Чангаре, и большая проблема. И вот он первый пришел к нам, и мы тогда с ним, не было еще блокпостов, ничего не было. Просто в поле стояли бронетранспортеры. И я являюсь директором автотранспортного предприятия. Мы две машины с прицепом КАМАЗы нагрузили скаты и отвезли для того, чтобы они могли укрыться за скатами. И могли бронетранспортеры как-то спрятать своих. Потом к нам обратился Кизилов, чтобы мерзли ребята. И мы не думали ни о памятнике Ленине, мы не думали, кто во главе у нас государство стоит. Мы знали, что надо помочь ребятам, кто чем может. И мы тогда отвезли две машины дров для того. А сейчас говорить о том, что вот надо с нашим правительством разбираться. Сегодня, мне кажется, нам надо больше объединяться. Объединяться для того, чтобы решить самую большую проблему. Сохранить Украину, сохранить нас, украинцев. А говорить, какой у нас президент, хороший или плохой, Турчинов или все. Просто попали мы в такую беду, неожиданно, когда у нас произошло то, что произошло. Да, тут же сразу и на нас набросились. И я думаю, неприлично нам, депутатам областных, городских советов, с экрана телевизора ругать наше правительство. Это неправильно. Мы должны думать, как сделать так, чтобы мы больше думали о мире, чем о том, что кто возглавляет, хороший или плохой. Время. Я по памятникам Ленина и по вот этим провокациям, может, которые... еще один четвертый, я просто не знаю, если тримал. Микрофон? Нет, памятника. А, ну, я после передачи, я третий памятник восстанавливал как раз. Понимаете, я в 2004 году был городским головой, когда произошел Майдан первый, и мне тоже звонили вот члены Компартии, они подтверждали это, когда я приезжал к вам разговаривали, говорили, что к нам едут бандеровцы со Львова, вот сегодня поездом прибывают. Я два раза выехал, на третий раз я объяснил, что ребята, едьте уже сами, никто к нам не приедет. Я созвонился просто с людьми, спросил, никто не собирался ехать. То же самое в этом году было по правому сектору. Сказали, бред, я приехал к вам в ячейку вашу, переговорил с Елизаветой Ивановной. Мы встречались, когда в исполкоме, помните этот разговор, когда я подошел с Ревенком со Свободой, я переговорил, они говорят, мы не собираемся ломать. Мы ставим этот вопрос, какое решение примет совет, тот и будет. Никто не рад, что через неделю поломает. В ответ, мол, на вокзале передают, через час ломает Ленин на вокзале. Приезжая на вокзал, стоит малолеток, человек 150. И ходят, подогревая дядьки, что вот сейчас Ленина будет ломать, тут Мелитополь, тут правый сектор приезжает. Понимаете, после этого через два дня, обвиняя Свободу, Батьковщину, майдановцев, вдруг отбивают нос у памятника Шевченко, который стоит в центре города. Он кому-то был мешал? Нет. Так кто кого первый трогает? Понимаете, провокация была с той стороны. А усилия какие общие были? Когда мы собрались вместе в городе и сказали, что в городе будет порядок, когда собралась самооборона, мы одели каски, одели бронежилеты, взяли дубины, провели пару раз тренировки. Вышли ребята, посмотрели издалека, что там просто такое не проходит. Прибьют, грубо говоря, не дадут этим заниматься. Все успокоилось. То есть грубая сила взяла свою сторону. Я с вами согласен. Если бы возможность была, такие же материальные затраты на дороги, как и на флаги, дороги были бы хорошие. Но я вам скажу, как бы... Я вам объясню, когда я работал, мы латали дороги. Было 300 тысяч по тем временам, выходило в месяц на дороги. В сезон, на полгода нам 300 тысяч гривен было. То всего? Есть, да, всего 300 тысяч гривен то было на дороге. На 100 метров? Да, даже меньше. Я вам скажу то, что вот, когда у нас взрывы были в 2003 году, в 2004 году, на Богдановке, прилетал к нам первый раз Янукович, его привезли с аэропорта до центральной дороги. Дорога была убита. Перед вторым прилетом сделали дорогу нормально. Ну, там, то ли с областного бюджета, то ли с денег, которые были даны. Она обошла 400 тысяч гривен. То есть, там буквально меньше километра было дороги. А так, как бы, старается содержать. Ну, я вам скажу, что вы знаете последние 4 года, что с дороги брали там откат 30, 40, 50%. Не, я не знаю, я тоже не брал, но я знаю, что происходило. То есть, и не хотел...
Да. И не хотел в этом участвовать. Минута. Да, минута, хорошо, я уложусь. Василий Васильевич любит переводить стрелки, но с дубинами хорошо, что вы ходили и дали понять, что здесь чудить не надо, да, никому. Но когда вы приходили только что к нам, говорили к нам в офис, там рассказывали, ну поверьте, у нас партия не 5000 человек, да, в Мелитополе. И те люди, которые выходили защищать. Вы к нам пришли, мы знали, да, что, возможно, никто не приедет. Просто мы пришли и посмотрели, чтобы не дать этого. Вот именно наши там коллеги. Но остальные люди вышли просто из-за вот этих заявлений, как раз я говорил, свободы, удара и всех остальных, которые подогрели вот эти настроения наших людей. Но потом это все правильно. Вы говорите, Сета, но не дубинами, а на разговорами, переговорами и нормальным диалогом. А что касается Донецка и Луганска, вот вы спрашивали, возможно, еще, да, варианты развития событий. Значит, что хотели люди в Донецке и в Луганске? Это то, что я вижу с интернета. С чего там все начиналось, да? Возможно, я еще раз повторяюсь. Значит, люди хотели децентрализации власти. Наш президент Петр Алексеевич, да, Порошенко, об этом часто заявлял. Децентрализация экономическая имеется в виду, да? Если на предприятии расположены заводы, фабрики, пароходы, да? Они зарабатывают налоги. И эти налоги, большая их часть остается на территории, а часть уходит на Киев, да? Потому что сейчас у нас все уходит на Киев, а потом распределяется. Как оно распределяется? Ну, многие из нас здесь сидящих знают, да? Почему и невыгодно ни правительству, которое сидит в Киеве, почему туда идут миллиардеры, олигархи и все остальные? На зарплату чиновника? Наверное же нет. Поэтому, возможно, хотели русский язык второй государственный. Я говорю еще раз опять, возможно, да? Они же не хотели там отделения, возможно, какого-то, еще чего-то. Поэтому я говорю, возможно. Это ответ на тот вопрос, который вы задавали, на который вы говорите, спасибо. Я не хочу отвечать. У нас есть газета «Коммунист», там, в принципе, вся риторика аналогична. Зрители могут ознакомиться с позицией партии, коммунистической партии. Я хочу добавить, что, например, по данным социологического опроса, о котором я говорил насчет Путина, то в Донецкой области, как раз это соседняя с Запорожской областью, то выяснили социологи, что рейтинг Путина, если в Донецкой и Луганской областях был 67% год назад, то сейчас его рейтинг уже составляет всего 36%. Это как раз те 36%, которые выступают за отделение Донецкой и Луганской области от состава Украины и наиболее радикализирован в своих политических предпочтениях. Вы хотите добавить? Да, можно я добавлю. Просто когда я была последний раз на международной конференции, разговор шел о том, почему все-таки это возникло на Донбассе. И когда говорили о том, что 80% людей не покидали территории Донбасса, это, наверное, тоже сыграло свою роль. Потому что люди, вот их сейчас называют совками, да? То есть люди жили в том государстве, люди жили совместно с Россией, они знают, как там жить. А когда их напугали бандеровцами, то есть люди не понимают даже, что это такое, кто это такое. Когда я приезжаю с ребятами, встречаюсь там в том же Ивано-Франковске, они: «Марина, це правда, вы что, до России хочете?» Я говорю: «Да нет, ну как мы хотим или не хотим? Просто что экономически мы завязаны с Россией, это да». Геннадий Иванович сказал, что все машиностроение, вся черешня. Куда черешню возить? В Европу или куда возить? То есть это продукт нашей местности. Вот. Но в то же время мы как бы, да, мы удержали на сегодня позиции. Одна из гипотез как раз того, что нам нужно строить стену с Россией или же что-то делать другое, то как раз есть альтернативное мнение к стене, тот же бюджет, но построить монорельс, соединяющий Донецк и Львов и проезжающий через всю Украину за 5 часов, чтобы граждане из крайней точки А могли добраться в крайнюю точку Б и таким образом проехать всю страну за 5 часов. И тогда это сможет увеличить внутреннюю реинтеграцию жителей различных регионов. В Америке один гражданин за жизнь меняет от 2 до 3 регионов проживания, локаций. Mm-hmm. В Украине, наоборот, наши
семьи создают новые семьи на базе своей предыдущей семьи, материнской семьи, в той же квартире, и живут все на слоении. Да. Это, конечно, то, о чем то вы есть говорите. У нас самое главное, что стабильность, которая была у нас в Советском Союзе. То есть мало кто передвигался, все жили на своем месте. Когда за границей они переезжают, в зависимости от того, где у них лучшая работа, и когда мне американские друзья говорят, а почему вы вот менеджера по рекламе ищете, а чего вы интернет не дадите, а вдруг к вам приедут? Ну, я сижу и улыбаюсь, кто ко мне приедет? С Киева менеджер по рекламе ко мне приедет. Ну, как бы откуда? Ну, с Черновцов ко мне менеджер по рекламе приедет. То есть с Черкас я должна его обеспечить как минимум жильем. Важная фраза насчет того, что Путин отделяет украинцев от россиян, и таким образом нарушается некий союз представителей двух разных государственных образований. Как вы считаете, братская дружба, дружба народов, не миф ли это и не повод для очередной манипуляции, в том числе нами здесь? Потому что, судя по тем данным, которые показывают соцопросы, жители Российской Федерации, в общем-то, и не против своего Путина, и они его как раз избирали. Не является ли мифом утверждение о братских народах? Такой вопрос. Ну, я вам могу сказать, что Мелитополь – это интеркультурный город. И у нас настолько здесь переплелись все, что вы не найдете семью, в которой живут только русские или только украинцы. Не по этническому признаку, по гражданскому. По гражданскому, политическому, опять. Если вот у нас в Мелитополе сейчас запрещены все российские каналы. То есть люди получают информацию с украинских каналов. Если в России они смотрят только российские каналы, и когда каждый день, есть же такая пословица, да, будет говорить собака, да, она потом и загавкает, да, то же самое и там. То есть люди-то верят в это? Ну, когда сказку про Колобка рассказывали, верили же, что... Россия это отдельно, да, это отдельно. Но мы видим, что Путин направил свою энергию на внешний рынок для того, чтобы мобилизировать внутренний рынок. Уровень его рейтинга растет. Показатели его внутренние на внутреннем рынке, если Путина представить торговцем с рынка, да, то он, грубо говоря, за счет того, что он уничтожает конкурентов вокруг, идут к нему и покупают у него яблоки эти. То как раз не является ли это и поводом для того, чтобы задуматься, а что такое братский народ? Не очередной ли самообман это? Советский штамп, клише, которое мы снова и снова производим. Точно так же, как мы производили раньше термин о советских знаках и символах. Это вся семиотика, которую нужно сохранить, потому что якобы это наша история. Но это и часть нашего дизайна внешнего, нашего public space, того, что вокруг нас, что внутри, то и снаружи. Если у нас в голове такое, то у нас и дороги такие будут. Согласна. Давайте по одной минуте реплика, это скорее риторический вопрос. Давайте все-таки, наверное, отмотаем пленку немножко назад, да, на март месяц, когда погиб, наверное, первый военнослужащий в Крыму. Застрелили нашего, по-моему, майора, я точно не помню. Вот по вопросу о братском народе. Где-то кто-то извинился, кто-то сказал, извините, украинцы, было, так получилось, мы разберемся. Извините, я буду назвать вещи своими именами, застрелили, да и хрен с ним. То есть это мы носимся с этим мифом, как дурни со ступой. Это вот наши россияне, они наши братья, т.д. и т.п. Мы для них хохлы, понимаете? Сбили наш 125-й. Я просто буду говорить о том, что сейчас происходит. И по одной из версий, практически доказанной, сбил пилот российского МиГ-29. Почему у него не дрогнула рука нажать гашетку? Там же украинец, там же брат, там же русскоязычный украинец может быть. Каждый день обстреливают наши войска эту бедную громычную 79-ю аэромобильную бригаду с территории России. Россияне обстреливают из градов, не из охотничьих ружей. Рука ни у кого не дрогнула. Стреляют, убивают. Да, дальше. Возникает вопрос тогда, кто кому брат? Да, спасибо. Да, конечно. Вот мощнейшая российская пропаганда, которая идет через средства массовой информации, убеждает россиян, я думаю, всех 100% и часть украинского населения о том, что там правильно, у нас неправильно. И я имею очень много знакомых в России, общаюсь, они мне звонят, я им звоню. И они Путина представляют и видят его как человека, который занимается собирательством земель. Он человек объединяющий, увеличивающий значимость российского народа. Да, и, конечно, его рейтинг растет. Но почему-то нам стыдно за него. Нам здесь, стыдно за него. Нам здесь мы четко понимаем, что Крым – это наш.
и слабость на определенном этапе Украины не дала возможность отстоять Крым. И нам, конечно, стыдно, что он обидел слабей товарища, который есть, или брата, соседа. И я глубоко вам могу сказать, что не во всех такое мнение, что пилот какого-то самолета нажал против нас. Человек выполнил приказ. Если бы он не выполнил приказ, он бы был наказан. Их там убедили, что мы нацелили себя против них. Так вот, я хочу сказать, я имею случайных знакомых в жизни своей, которые позвонили мне и предложили помощь свою для того, чтобы я приехал туда и начал жить у них на квартире, на их двухкомнатной квартире. Это подчеркивает, что не всех они верят, что мы хохлы и бандеровцы. Есть люди, которые сугубо зомбированы этим, но большинство людей понимают, что мы попали в беду. Геннадий Иванович, вот есть такой печально известный ресурс «Одноклассники», то есть мне 42 года, я служил в Советской армии. У меня друзья от Бреста до Владивостока. Человек Владивостока мне говорит, что я бандеровец и нацист лишь потому, что я не бегаю по городу с российскими флагами. Вот я делал украинскую форму своей армии, а что должен был одеть? Должен бегать был по городу кричать «Мелитополь – это Россия!» Нет. То есть они не слышат ничего. Я говорю, как ты можешь, находясь во Владивостоке, рассказывать мне, что мы здесь живем неправильно, опираясь на российские новости? Я еще раз хочу сказать, к сожалению, наверное, большое спасибо, наверное, за это Путину все-таки, и не только ему, а и кремлевской пропаганде. Мы наконец-то, каждый на своем возрасте узнал, каждый на своем месте узнал, что мы наконец-то украинцы. До этого мы были людьми с синими паспортами. Все. Вот это мое мнение. Знаете, я хотел бы добавить, я как бывший военнослужащий, я тоже прослужил много лет в Советской армии, имею очень много сослуживцев в России. Практически ни с кем я не разговариваю, потому что они все агрессивно настроены. Не ко мне, нет, ты говорит нам, друг, брат, мы тебя помним, мы с тобой служили и так дальше. Але, вы там бандеровцы, вас там давит правый сектор, вы зомбированы Америкой. Я вам серьезно говорю, я ни с кем из них не разговариваю, ни в скайпе, нигде, потому что четкая информационная война. У меня дочь вышла замуж, живет в Воронеже. Замужем за человеком, который служил тоже в армии, который внимательно изучает всякие там сайты и так далее, и так далее. Вот дочь говорит, папа, я тебя понимаю, я тебе верю, наверное, ты в чем-то прав, она со мной не спорит. А вот зять принципиально со мной не разговаривает. Ну... Не разговаривает, значит, потому что нужно, Путин наверное, молодец, признать, что Путин это звезда, Путин проблема. Объединяет Россию, а мы тут просто не понимаем, мы просто недалекие. Ну а я уже старый, из ума выжил, что с меня взять? Так рассуждает мой зять. Я поддерживаю эти слова и, наверное, стихотворение Оксаны Дмитрук, да, «Никогда мы не будем братьями», наверное, она сейчас в данный момент очень актуальна. Первое. Второе. Я как представитель ЖД транспорта хочу просто сказать такую мысль. У нас в депо, получается, симферопольцы, мы раньше водили поезда до Симферополя, ну, Харьков, Симферополь и так далее. То бишь сейчас Симферополь не обслуживается, обслуживаются только симферопольцы до Мелитополя. Наших туда не пускают. Значит, получается, в депо Симферополя написано таким большим плакатом машинистов. У них уже свой электровоз, написано российские ЖД дороги и так далее, и так далее. Они приезжают к нам, зарабатывая деньги. В депо Симферополь написан плакат, где написано, товарищи железнодорожники, давайте окажем материальную помощь, значит, бойцам ДНД, ЛРНР и так далее, и так далее. То бишь, получается, наша Приднепровская дорога, отдавая им место работы, забирая мелитопольских бригад, да, забирая участок пути, включающий грузовые поезда, это отдельная тема. И при этом мы спонсируем вражескую армию. Уже как таковой локомотив на депо Симферополь, это и есть вражеский уже, поскольку они себя так ведут. Мало того, что 2 месяца назад они довели пассажирский поезд скорый Москва-Симферополь 68 и просто по севашам бросил нафиг, развернулся, уехал назад. Спасибо. Бросить, давайте, это как летчик бросил самолет. Это зарисовка такая, да. Что... Ну вот я, на мой взгляд, что сейчас работает? Сейчас работает технология в России. Вот была при советской власти, вы помните, единый советский народ. Уже нас хомосоветикус хотели называть, то есть вот советский, так и называли. Советский да, человек. Да? Сейчас идет продолжение. Да, мы увидели, только убрали страх перед советскими людьми. Сразу перед восточным блоком. Рассыпался восточный блок. Перед советскими людьми убрали чувство страха. Рассыпался единый советский народ.
Сейчас что происходит? Россия рассказывает про братство славянское. Но никогда не говорит, что всего есть 15 славянских народов. И только три из них, Украина, Беларусь и Россия, живут сейчас непонятно как. Остальные все живут в Европе, и никто к нам не просится. Если объединяться со славянами, надо объединяться со всеми. Я скажу, что остальные славяне, они такие же наши братья, как есть эти поляки, эти чехи, словаки, словены, черногорцы, все эти наши братья. Нам же сейчас работает четкая установка идеологии. Это идет идеологическая нагрузка, идет технология, по которой Путин хочет жить вечно и стать вечным президентом России. Но я еще не согласен ни в чем, что в России не все 100% за Путина. Многим россиянам тоже стыдно. И те 20% россиян, которые стыдно, это и есть настоящая Россия. Спасибо. Можна тепер поставлю питання? Будь ласка, так, прошу. Ну, тому що дискусія, вона, насправді, ми, я хотілося б говорити не про Путіна, чесно. Не про Росію і не про те, як сприймати, тому що, здається, останні місяці вони подарували самоусвідомлення багатьом, або принаймні більшості, про те, що ми є окремим народом, різним за національним складом, але окремим народом, який живе за своїми цінностями. Ми зараз можемо поговорити про цінності, які об'єднують, але мене найбільше цікавить це не дивитися в минуле, не дивитися в сьогодення, війна закінчиться, і треба формувати порядок денний на завтра. От тепер завдання кожному з вас – формувати порядок денний для країни на завтра. От ваше бачення. Тому що треба створювати. Не лише боротися і долати наслідки, не лише воювати і стріляти, можливо, в братський народ. Але ми не перші вистрілили в цьому випадку. Так от, порядок денний на день завтрашній. Будь ласка. Ну, по-перше, я думаю, що в порядку денному це кожна людина в Україні має почати з себе. Тому що як ми захочемо, так ми будемо жити тепер. Ми маємо контролювати владу, маємо на вибори ходити всі ті, хто хоче побудувати нормальну країну. І перше, це для влади завдання, це боротьба з корупцією, це провести економічні реформи, податкові реформи і зробити нормальну дієву армію. І обов'язково, щоб в соціальному блоці, в блоці медичному і в науці були вирішені всі питання, які загальні зараз є. Для цього не треба вигадувати щось нове. Є матриця, по якій працює Європа, по якій працює світ, і де люди дійшли до нормального життя. Як казали, соціалізм, ми хотіли жити про соціалізм в Радянському Союзі. Європа зараз, більшість Європи живе про соціалізм. Ну, я думаю, это прежде всего перевыборы в Верховную Раду и перевыборы в нашем городской власти. Потому что с этим депутатским корпусом работать дальше нельзя. Я думаю, надо глубже смотреть. Вот Василий Васильевич правильно затронул, надо начинать с людей, это однозначно. Але люди без поддержки законодательной базы не смогут добиться своего. Как? Палками, дубинами, брать в руки автомат. Вот я представитель общественности. Все, кто меня знает, знает. Я присутствую на всех форумах, на всех мероприятиях, практически на всех митингах всегда. В том числе и в горсовете, и на Конституционном совете и так далее. Але, что я вижу? Депутаты нас часто и густо слышать не хотят. Они принципиально занимают свою собственную позицию, кулуарные договоренности, кулуарные решения, не считаясь с общественностью. Мы их насильно заставляем не принимать какие-то решения. Мы насильно их заставляем кого-то исключать из должности директора коммунального там предприятия, потому что мы считаем, что этот человек позорит город. Почему его назначали без согласования с общественностью? Депутаты городских советов обязаны принимать все решения в согласии с общественностью. Смотрел ваш вот маленький кусочек, ваша беседа с Нестором Шуфричем. Я ее пересмотрел раз пять. Вот я, вы знаете, я смотрел и чувствовал себя героем поговорки, вот про лыжи, асфальт, вот они не едут и так далее. Вы ему объясняете прописные истины, а он сидит, просто улыбается. Вот ему просто все равно, понимаете? Вот они живут, да, они живут в этой стране, им все равно. Был Майдан, им все равно, война, все равно. Завтра будет еще что-нибудь, все равно. Вот таких людей, как Нестор Шуфрич, их там целый вагон можно собрать. Нужно просто убирать от власти под любым поводом. То же самое касается армии. Не нужно ее реформировать. Как сказал Кахай Бундекидзе, что вы собрались реформировать, то, чего у вас нет. Ее нужно просто брать по образу и подобию. Взять Бундесвер, либо взять Цахал и полностью вот под копирку списать. Но уже велосипед придуман. И это касается не только армии, это касается всех сфер деятельности и структур государства. Спасибо.
Я как человек гражданский, наверное, и больше скажу о том, что в городе продолжается нормальная жизнь. В городе продолжаем требовать от властей, чтобы они делали все для обеспечения наших горожан. Мы продвигаем программу как Мелитополь интеркультурный город. Мы выходим на международный уровень. На сентябрь месяц у нас планируется фестиваль этносов. И развиваем город, развиваем культуру, развиваем наш парк. Работаем над созиданием, над процветанием нашей малой родины. Ну, я не согласен, что не нужно смотреть в прошлое, а нужно сразу смотреть в будущее. Есть даже такая пословица, что тот, кто не знает своего прошлого, да, просто не сможет смотреть в будущее. Поэтому я все-таки хотел бы напомнить, да, как страна, Украина, единое государство жило последние 20 лет. Почему у нас сейчас такая армия, да? Мы не можем обеспечить ее бронежилетами и всем остальным, и оружием, и всем остальным. Гибнут наши парни, которых потом сюда привозят, и мы здесь, в Мелитополе, их хороним. Почему гибнут мирные жители? Почему народ за эти 20 лет, конечно, Василий Васильевич, тем людям, которые за эти 20 лет нажили себе капиталы, им, конечно, сейчас хорошо жить в нашей единой Украине, да? А вы не говорите и не думаете, наверное, о тех людей, которые действительно гибнут с голоду, которым есть сейчас нету. А мы все дальше и дальше закрываем заводы, закрываем... людям не даем возможности заработать на хлеб насущный. И поймите, деньги в экономике ниоткуда не берутся, и ниоткуда они просто перетекают из одних карманов в другие. Если раньше, в начале, в 90-х годах, в единой Украине, да, в суверенном государстве, люди были более-менее одинаково по своему достатку, то сейчас появились олигархи, чем больше, чем дальше, тем больше процент тех людей, которые становятся бедными, еще больше, те, которые становятся нищими. Теперь дальше. Что нам нужно делать? Да. Теперь дальше. Теперь дальше. Что нам делать? Ну, давайте я договорю, а вы потом зададите вопрос. Я же отвечаю на ваш вопрос, что делать теперь дальше. У нас надо не превращать в полемику. Она не прекратится. У меня простой к вам вопрос, и он, наверное, для вас может быть неожиданный. Вы представьте себе, что в городе Мелитополь нет никакого предприятия вообще. И у вас есть стартовый капитал, у вас лично. И вы бизнесмен. Какое предприятие вы организуете для того, чтобы организовать рабочие места? И дальше о порядке, ну, порядку денному, хорошо? Поэтому, понимаете, если в городе нет ни одного предприятия, город физически не сможет выждать. И деньги, вы говорите экономика. Конечно, машиностроительная, потому что я вырос в машиностроительном городе. И машина... Подождите, но вы берете с нуля. Вот невозможно просто взять с нуля. Есть экономические связи, которые были, которые работали для того, чтобы переориентировать производство, как мы говорим, на Европу, да, сейчас, необходимы те же самые деньги, финансы для того, чтобы сделать... Это идея, которая создала 50 рабочих... Вы задали вопрос и не дадите на него ответить, это не даете отвечать. Это прошлые связи, это совершенно новое. Я вас спрашиваю, у вас есть стартовый капитал, какое предприятие вы организуете, которое может зарабатывать деньги и создавать рабочие места? Да любое, если в Украине есть на это, скажем так, законы соответствующие, которые дают возможность предпринимателям или предприятиям развивать заводы, а не гасить эти заводы, которые потом с которых приходится людей увольнять. Теперь о том, что делать. Понимаете, вот надо сначала, чтобы закончилась вот эта ситуация, которая сейчас происходит в войне, в смысле в Украине, в нашей война так называемая, да? И гибнут мирные люди, а потом дальше уже думать. Вот мы говорим о выборах. Выборы надо. Надо проводить завтра выборы. Ну вот я же вам говорю, я только что. Только. Правильно, поэтому я и вам отвечаю на ваш вопрос. Порядок денный, надо сначала закончить, мы говорили о том, что необходимо было садиться за стол переговоров еще до того, как Порошенко объявил первое перемирие. С Пушилиным и Бородаем?
с населением, с мирным населением Донбасса, Луганска, Донецка. Но я понимаю вашу позицию. Давайте мы тогда не будем вступать в эту политику. Это ваше телевидение. Это. Поэтому я ж вам и говорю, что необходимо сначала мир на Украине, а потом уже проводить выборы, потому что выборы просто нельзя проводить в условиях войны. Давайте будем уважать один одного. Наступная думка, будь ласка. То есть, опять же, хвилина, да, нам получается по хвилине конкретно. Ну, я зрозумів. Вибачте, колега. Да, я зрозумів. По попередньому про міфи. Міф про братські народи формувався з 1654 року. Коротко. І відповідаючи на друге питання, це що треба робити завтра? Я назву три реформи, як вважаю, найголовніше. Перша – освітня, правоохоронна, адміністративна. Це, кстати, була дискусія у нас на нашому телеканалі МТВ+, ми це питання озвучували. Саме освітня, правоохоронна і адміністративна. Я думаю, класно. Ну, я так опущусь на землю. Вот мы живем среди людей, что сегодня волнует всех? Волнуют те военные события, которые происходят в Донецкой и Луганской области. И тут же сразу люди говорят, что помимо боевых действий у нас в Украине увеличилось количество преступлений, грабежи, убийства и тому подобное. Поэтому мне кажется, что мы о армии заговорили только когда внешний враг пришел на нашу землю. Мы забыли о том, что у нас была армия 20 лет. Сегодня, я считаю, мы должны сделать, чтобы армия была мощная, чтобы люди зауважали военнослужащих. Ранее, я помню, у нас здесь находилась дивизия, и девочки молодые за счастье считали познакомиться с молодым лейтенантом и выйти замуж за офицера. Сегодня престиж военнослужащего невысокий. Мы растоптали правоохранительную систему, показывая работника милиции, дурака, пьяницу и взяточника. Если мы посмотрим зарубежные фильмы, полицейские, там защитник общества. Вот мы должны так сделать правоохранительную систему, чтобы люди поверили в ее, спокойно выходили на улицу. Я считаю, что первая армия, правоохранительная система. И, конечно, я, может быть, мне неприлично это говорить, но скажу. Я четвертый созыв депутата областного совета. Я дважды был депутатом городского совета. Я глубоко убежден, что должен быть принят закон о выборах. Запретить нам всем, кто были депутаты, баллотироваться снова в депутатский корпус. Потому что те идеи, которые, на которых мы выросли в старое время, в новое время, в будущем, они все-таки куда-то нас тянут не туда, куда надо. Они как являются как грузом. Должны прийти новые люди, не обязательно молодые, но новые люди с новыми идеями, которые должны быть депутатами городских советов, областных и верховных советов. Тогда будет действительно перезагрузка власти. Вот сейчас сказали про Нестора Шуфрича. Я с ним дружу, искренне дружу. Мы давно знаем друг друга. И мне неприятно такое. Я видел тоже это все. И я думаю, что все-таки в Верховном Совете должны быть новые люди. Новые люди, которые придут и будут решать вопросы Украины не по партийному принципу, а решать, чтобы лучше всем стало житься. От бабушки до бизнесмена. А наш город очень хороший город. Мы его любим, искренне любим. Я думаю, что люди, которые проезжают через наш город, увидели, что транспортных средств стало меньше. Это отразилось на бизнесе. Меньше людей стало приезжать к нам отдыхать, потому что вот сказали, что в Азовском море усилили охрану акватории. Все понимают, что это одето вот здесь у нас в Кирилловке, хотя на самом деле это в Донецкой области. Сказали, что какие-то бандеровцы у нас здесь. И вот я имею отношение к детскому оздоровительному центру из Донецка. То есть, извиняюсь, со Львова, львовяне приехали к нам по какой-то причине. Мы сотрудничали, да, кого они боятся, я здесь не знаю. Нет у нас здесь никого. Мы живем здесь, нормально живем. Я думаю, что мнение каждого сидящего здесь, это не значит мнение всех жителей города Мелитополя. Но мы представляем какую-то часть и говорим об этом. Спасибо. Да. Я на вас смотрю и любой смартфон. Я хочу в этот блок вопросов подытожить. Есть такой Сенека, да, это и философ, и мыслитель. И он когда-то сказал такую фразу, что если человек не знает, какая у него цель конечная, его направление, то любой ветер не будет ему попутным ветром. Точно так же, как есть и другая версия, да, о том, что если мы
будем повторять одно и то же и не будем иметь никакого результата, как это делают некоторые политические партии на протяжении уже не первого года, а 70 лет, и результаты мы все эти видим, и они продолжают это все делать, то мы и ничего нового не достигнем и не добьемся, а будем сидеть и толочь, как говорят, ступу в одном и том же месте. Поэтому Роман задал очень важный и актуальный вопрос относительно того, какая же стратегия развития, стратегия будущего города Мелитополя. Я нашел статистику, которую подготовили наши коллеги из USAID, это международная организация, изучающая, занимающаяся вопросами эффективного управления территорией и территориальной громадой. Так вот, эти категории вопросов, которые интересуют жителей города Мелитополя, первое место – это земельные отношения, узаконивание земельных вопросов, и это то, с чем они обращаются к органам местного самоуправления. Коммунальное, дорожное хозяйство города, экономика, инвестиции, предпринимательство, строительство. И на последнем месте только социальная защита. Вот поэтому, собственно, так и распределились ответы, которые мы услышали. И от вас, от людей, которые имеют непосредственно отношение к городу Мелитополю. Будем завершать? Последний. Сегодня я еще у меня тоже есть вопрос актуальный. Это потом будет. Актуальный вопрос. Я сегодня разговаривал с одним депутатом Верховной Рады, и он сказал, что в случае, если пройдет антитеррористическая операция, то жители Донецка, которые поддерживали сепаратистов, вооруженных боевиков и ходили на референдум, вступали куда-то, ждут колоссальные чистки. У меня вопрос к вам, как к жителям территории, которая уже прошла, в общем-то, проблему эту, да, и в какой-то степени пережила ее, и сейчас живете более или менее спокойно и в обычном русле. Были ли у вас эти чистки? И что вы могли бы сказать жителям Донбасса, которые останутся все-таки рано или поздно на территории, где прошла антитеррористическая операция? Ожидать ли им этих чисток? Стоит ли им бояться этого? Скажите им на понятном языке свои мнения и передайте вот этот сигнал туда, чтобы люди поняли. Ну, я не могу отвечать за принятие решения президентом и правительством, но я глубоко убежден, что те, которые совершили убийство, те, которые воевали и убивали людей, они должны получить все то, что предусмотрено законом. Те люди, которые ошиблись, поддерживали всячески, я думаю, их это не должно коснуться. Если жители Донбасса будут глубоко убеждены, что слова, сказанные президентом о том, что надо прекращать заниматься безобразиями, которые есть, и их это не коснется, сдавать оружие и заниматься мирным трудом, будут не просто словами, а реально, и люди поверят в это, я думаю, война это как можно быстрее прекратится. А в чем был вопрос? Была ли у нас чистка? Нет, вопрос в том, да, как вы пережили процесс освобождения, ну, фактически, как вы перешли к тому, как сейчас проходит трансформация, что происходит с теми людьми, которые вчера поддерживали создание сепаратистских республик Новороссии, так называемые, или Востока, или как угодно. Сейчас, ну, Новороссия опять. Они же остались, эти люди рядом с вами, что с ними сейчас? Да с ними очень, очень простая ситуация, люди просто потеряли какие-либо ориентиры вообще. Они потеряли просто-напросто, ну, простыми словами, как известно, бухают, грубо говоря. Вот, это очень просто. Вот. А лозунг, чтобы я сказал Донбассу, ну, это очень простая вещь. Ребят, ну, уже этот лозунг озвучен был неоднократно по всем телеканалам, начиная от Громадского онлайн и заканчивая Первым национальным, какой он был, не был наш, там, кроме футбола смотреть нечего, но, тем не менее, единая Крыма. Ну, я имею в виду до аннексии Крыма, там с парикой футбола было нечего. Вот. Поэтому единая Украина, все, от Донбасса до Львова. Самая большая проблема должна быть миграция, обмен между Донбассом и Львовом. Монорельс. Да, да, абсолютно правильно. Причем, не бабушки божьи, а дуванчики должны ездить, не олигархи, он и так поедет. Почти должны. За бесплатно, вот. Причем, чтобы это субсидировалось, каждый билет государства. Согласен, а должна ехать молодежь. Да. Первую очередь. Я верю в это. Она это и так ездит, но это ее займет мало. Большинство населения, кто пойдет туда работать, на хорошие зарплаты, это займет на несколько лет рабочие места. Прекрасно. Да и мне желательно. Кажется, это объединит страну. И трудовым ресурсом еще желательно обмениваться. Львовяне приезжали сюда работать, и наши пускай едут туда поработают. Вот это тоже вариант, трудовая миграция. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит ли людям Донбасса бояться чисток, ну, можно, в принципе, посмотреть, зайти в интернет, да, некоторые ролики,
как один из политических лидеров, который якобы воюет в составе батальона Азов на Востоке, допытывал дедушку, которому 65 лет, с пакетом на голове, с завязанными руками, где-то в подвале. И его фразы, которые он говорил этому дедушке. Вот. Я не буду просто повторяться, как бы. Достаточно вот в Мелитополе взять, как-то, по-моему, в мае, да, у нас сессия была очередная. Я от фракции выступил с проектом решения, обращение к президенту, президента тогда еще не было, к правительству, к Верховной Раде, это до 25 мая было, значит, с просьбой сесть за стол переговоров, прекратить АТО, сесть за стол переговоров с целью выслушать требования по поводу децентрализации власти, да, вот они там хотели на то время, и там русский язык. После чего там через пару дней меня вызвали в СБУ. Там со мной пообщались, поняли, что в принципе генов законов не нарушает, и говорит все в рамках законов и Конституции, и вопроса вроде как к нему и нету. Поэтому я бы посоветовал людям побольше читать законы, знать Конституцию Украины, ну и как бы не делать опрометчивых поступков. Спасибо. Вот единственное, что я мог бы посоветовать. Я, наверное, скажу как женщина, да, что прежде всего мне хочется, чтобы побыстрее закончилась война. И я очень переживаю за всех наших мужчин, и я считаю, что каждая война все равно заканчивается переговорами. Но никогда не было до такого, чтобы всех уже поубивали, и не осталось ни с одной стороны, ни с другой стороны. Поэтому... Ну, вот уже есть опыт. Уже есть опыт. Но мне хочется, чтобы побыстрее все это закончилось, чтобы в государстве был мир. А для тех людей, которые действительно заблудились просто. Я считаю, что на Донбассе очень много таких. И когда приехали, просто у меня есть родственники, которые там живут, и с ребятами с Красного Луча, с телекомпанией мы общаемся, и говорят, что многие не верили, когда украинцы пришли в магазине что-то покупают. Войны, я имею в виду. А их приходят и просто грабят магазины. Их бандиты, которые вроде бы как их защищают от бандеровцев. То есть вот это вот прозрение должно наступить у них, наверное, вот благодаря миграции. А как вы решаете у себя на телекомпании вопрос с предоставлением мнений относительно вот второй стороны, которая может выступить с сепаратистскими заявлениями? Вы знаете, пока таких не поступало. Слава Богу. Значит, наверное, все-таки ж давайте вернемся к тому, что любая война должна закончиться победой. Любые переговоры, это, скажем так, это пусть никуда, это наше поражение, которое затянется на годы и годы и годы. Да, сейчас тяжело нам, сейчас тяжело стране, но мы должны победить. Правильно как сказали здесь, переговоры с кем? С террористами? Ну, это будет нонсенс вообще, наверное, в мировой истории, чтобы страна села за стол переговоров с террористами. Что касается жителей Донбасса, как сказал Геннадий Иванович правильно, человек, если взял в руки оружие, он пошел в бой, он начал стрелять в сторону регулярной армии, в сторону Национальной гвардии, он преступник. Вину его должен решить суд. Если он один день воевал, это одна статья. Если он кого-то убивал, пытал, это совсем другая статья. И так далее, и тому подобное. Что касается жителей Донбасса, ну, чистка, это где-то очень сильно похоже на 1937 год. Это слово звучало сегодня от депутата Верховной Рады. Много слов звучит. Донецкая, Луганская область, это такая же часть Украины, как Ивано-Франковская, Тернопольская, Днепропетровская. То есть это украинцы. Им нужно это дать понять, им нужно помочь. Им нужно помочь восстановить, скажем так, их регион, отремонтировать в конечном итоге, все отстроить. И тогда, наверное, это понятно, что это будет не завтра, не послезавтра, не через год. И тогда, возможно, они сами поймут в конечном итоге, что все-таки они живут в прекрасной стране, где есть прекрасные люди. И я, наверное, я сам через это прошел. У меня определенное количество ваты из головы исчезло, когда я просто взял и съездил на Западную Украину в командировку. Я приехал туда совсем другими мыслями. Монорельс. Да, монорельс. Это вообще шикарно. Причем за полтора часа бы раз ездил туда и обратно. Знаете, для жителей Донбасса есть одна хорошая пословица. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мертвые не ошибаются. Всегда. Все остальные могут ошибаться, и даже в Библии написано, что каждый человек имеет право ошибаться, и если он не совершил каких-то смертных грехов, ему это все простится. Можно простить то, что не против людей, не против закона, не против общества.
Поэтому заблудших людей, я думаю, никто судить не будет. Те, кто ошибался и поддерживал, там, помогал питанием или там, размещением, никто их не будет ни судить, ни пытать, никому это не надо. Але люди-преступники должны понести наказание, я полностью согласен с теми, кто об этом говорил. Но согласен еще и с теми, кто говорит о том, что надо постоянная миграция населения, потому что вот, был задан вопрос, почему Мелитополь удержался от того же Мариуполя, от того же Славянска. Я думаю, что ответ очень простой. Мелитопольцы, хотя и были завязаны на Россию, и многие товары поставляли в Россию, так вот мелитопольцам не надо рассказывать, как в России жить хорошо. Все мелитопольцы, которые были в России, знают, что ничего хорошего там нет. Особенно в провинции, особенно в селах, особенно там, где продавались тракторные запчасти. Ничего хорошего там нет. Нищета, и голь, и пьянство. Но они предприниматели, они самодостаточные люди. Они бывают, ездят и на Западную Украину, и на центральную часть Украины, и в Россию, и в Казахстан. Они видят много, понимают много. Поэтому у нас и не было резких каких-то движений за Россию, не было никаких противоборств. А большинство свободных предпринимателей, которые много повидали, везде побывали, они просто сами по себе объединились и сами себе сказали, мы в этом городе живем, и мы здесь главное. Все. Спасибо. Ну, вы знаете, вот недавно финальный матч, да, на Суперкубок, да, она показала во Львове все объединение нашей страны, да, где львовские, киевские, донецкие соединились все вместе и кричали свои лозунги, кричали гимн Украины. И даже не важно было, кто выиграл. Выиграла Украина в этом матче. И второй момент. Когда в Славянске сейчас говорят о том, что люди, те, которые кричали за ДНР, да, то сейчас они кричат как бы за единую Украину, да ради бога, пускай кричат. Наверное, человек должен как-то перестраиваться. И надо ему прощать. Он не брал оружие в руки, и надо ему прощать. То бишь я, как правильно говорил Роман, как машинист, да, как железнодорожник, монорельс, и конкретно Львов, Донецк, ветер свободы в четном и не в четном направлении. Пускай помощник спит, а я буду писать песни о свободе и о настоящей Украине. Слава Украине! Понимаете, я бы посоветовал жителям Донбасса просто стать взрослыми людьми. Перестать верить в сказки про светлое советское будущее, про бандеровцев, правый сектор, про прекрасную жизнь в России, посмотреть на людей, которые ввели их в это состояние, там же нет ни одного авторитетного нормального человека. Судя по нашим сепаратистам, которые были в Мелитополе, это, знаете, это или клоуны, или люди, которые постоянно зарабатывали деньги тем, что собирали, или низкообразованный человек, который просто не знал, где заработать, давали деньги. И... поделимся. Да, то есть вот эти вещи... То есть перестать верить в эти глупости, перестать быть маленькими детьми. Понимаете, когда маленькому ребенку говоришь, не трогай печку, там горячо, он все равно потрогает, а пёкси туда не лезет. Мне сейчас представляется, та же ситуация была со многими людьми на Донбассе. Почему те, кто сейчас приезжает в Мелитополь из освобожденных районов, с тех, которые наши войска еще не освободили, говорят, во многом мы виноваты сами. Это вы здесь вышли, поставили на место все, и все на этом закончилось. Я вам скажу даже больше, многие люди, у них сейчас мы спрашиваем, куда же выходили на референдум, они говорят, как это референдум был? Подростковое сознание присутствует. Мы о чем с вами говорим? Отклонение от ответственности, уход от нее намеренный. Да, да, да. И то, что говорят вот, всегда за выигравших. То есть выиграл на президентских выборах кто-то, он уже через 3 недели не помнит, за кого он голосовал. Я голосовал за победителя. То есть то, что вы говорите. Уйти от этих сказок, перестать верить сказки, перестать быть маленькими детьми, а жить нормально в хорошей, спокойной стране и больше людей повести именно с Донбасса, с Восточной Украины, свозить их на Западную Украину, посмотреть, как там люди живут, как они пашут. Понимаете, там люди пашут с утра до вечера. Я не говорю, что там кто-то мало работает, тоже люди работают, но посмотреть состояние деревни, допустим, в 100 километрах от Донецка и в 100 километрах от Львова села, это две большие разницы. Я думаю, тут никто мне противоречить не будет, и со мной согласится. Спасибо. И тот уклад жизненный, когда говорят, надо больше ездить. Наоборот, там в Западной Украине больше людей коренных, которые живут, у которых есть традиция, у которых есть слово соседа и все. И та ситуация, которая сложилась на Донбассе, складывалась еще с советских времен, когда туда засылали, вывозили, пересылали, люди ехали за длинным рублем или на химию.
дивіться, ми, власне, робимо виїзні студії для того, щоб решту України почули різні регіони. У нас в країні це просто було відсутнє як явище. Коли ми хочемо на майбутнє, я можу одразу сказати, що ми хочемо робити щоденні телемости по регіонах, там, де буде локальні ініціативи громадського, щоб люди ділилися своїми враженнями від прожитого дня, від прожитого тижня, що вони здобули, що вони збудували, які в них є плани, зрештою, порядок денний, про що я ставив питання, про порядок денний. Наостанок, останнє питання, воно з точки зору фантазії, напевно, або це, як знаєте, такий минутка юмора. Що б ви сказали Януковичу, якби ви раптом його побачили? От в мене просте питання, яке мене турбує, яке я хотів би поставити всім українцям, які, можливо, тут є ті, хто за нього голосував, можливо. Я не виключаю. Ну, ви за Симоненка, напевно, голосували, так? А що таке, слухайте, що таке дізнався Голуб, що він вийшов із фракції про Симоненка? Ви як комуніст мусите знати. Ви не стежили, ні? Не поділилися однопартійці. Тобто, на низини не діляться. Ну, фантазія у нас бурна. От питання про Януковича, що ви йому сказали, це останнє. Або побажали. Або побажали, або б сказали своє, там, не знаю, враження від його діяльності. Тому що, якщо подивитися в ретроспективу, на якій ви наполягаєте, то, зрештою, ноги ростуть, власне, від цього тіла. Розумієте, яке втекло від нас? Ну, якби я побачив Віктора Федоровича, я б сказав, що Віктор Федорович, ну ти допригався. І у мене найбільше желання просто увидеть здесь, на Україні. Ну, я як чоловік творчий спросив би, як ти написав цю книжку? Ну, мне хотелось бы ему пожелать, чтобы у него хоть капля мужества была, потому что мы все видели, насколько он труслив, вернуться на Украину и покаяться в своих грехах. Я не хочу с ним разговаривать, пусть с ним разговаривают в Гааге. Но если с юмором, я бы пожелала ему здоровья. Каждый делится тем, чем богат. Я думаю, что пусть... Я думаю, пусть Януковичу желают, хорошо или плохо, члены его политической силы. Вот. Ну, а мы будем делать все то, что делали и до того, отстаивать интересы трудового народа. Це питання було з гумором. Ну, я зрозумів. Ну, я хотів би його привітати. Хотів би його привітати, ну це англійський гумор, він дуже тонкий, не всі його розуміють. От. Тому якщо з гумором, то хотів би привітати з тим, що у нас є західна діаспора, президенти в екзилі, часи УНР, але це західні. Ну, Віктор Федорович, вітання, те, що він започаткував східний екзиль. Тобто він перший президент на екзилі, що говорити про новітні часи, що говорити про схід. Ну, із всіх присутствуючих, мабуть, складніше всіх мені ответить на этот юмор. Я думаю, вы тоже останетесь моим товарищем хорошим. Ситуация такая, что я депутатом стал от партии регионов. И я глубоко верил тому, что происходило, о том, что у нас есть руководитель партии и руководитель государства. И то, что мы сейчас пожинаем, это отразилось на судьбах многих членов партии, среди которых, я хочу сказать, достаточно много порядочных людей, высококлассных специалистов и высокопорядочных. Но мы понимаем, что для того, чтобы участвовать в какой-то общественной жизни, надо представлять интерес какой-то партии. И та идеология партии, которая написана в уставе, дала возможность мне тоже стать членом партии, как и многим другим. Я думаю, что ему зададут вопрос очень серьезный, когда он предстанет перед Всевышним. Что, сколько он погубил людей. А мы, я думаю, с ним юморить не будем, потому что это какой-то такой юмор серьезный. Власне, от в такому режимі з одним мікрофоном, з однією камерою ми провели діалог тут, в Мелітополі, прекрасному місті, яке у всіх асоціюється з смачною черешнею, яку ми споживаємо щороку, і думаю, будемо споживати і далі. Тобто їсти просто. У мене таке слово таке вжив – споживати. Так, шиковини, кажуть, тут гарні. Одним словом, ласкаво просимо в Мелітополь, тут прекрасно, тільки дороги ще не дуже добрі. Це була виїзна студія громадського у Мелітополі телекомпанії MTV+, яка святкувала своє 20-річчя. Дякуємо, що ви були з нами, сподіваємося, вам було з нами цікаво.
большое спасибо, что вы к нам приехали. Нам очень приятно, что обратили внимание на такой небольшой город, но очень интересный город. И в июне месяце следующего года мы обязательно вас ждем, потому что только в июне у нас черешня. Нет, раньше по другому поводу, пожалуйста, но на черешню только в июне месяце. Да, наш Крым, да. И еще хочу сказать, что наша телекомпания в этом году ездила неоднократно на Западную Украину. Мы делали эти программы объединения Востока и Запада Украины. Мы делали репортажи и с правым сектором в Луцке. Вот Сергей Сизов у нас делал. Я сама была в Ивано-Франковске, привозила материал оттуда, как там живут. Там у меня спрашивали тоже, а куда же вы поедете, все-таки в Коломыю на экскурсию в музей или Степана Бандеры? Я говорю, конечно, Степана Бандеры, для того, чтобы приехать и рассказать своему зрителю все-таки, кто это был для них человек, почему он для них является героем, а для нас по-прежнему предателем. Поэтому, ну, предателем не... Опять для большинства... давайте, не будем. В учебниках истории... Ну, ребят, в Советском Союзе мы учились в этих историях, конечно. Ну, родоначальник национализма был после Донцов. Да. И бажаємо вам всего самого наикращего. Боритеся, поборете. Да.